в определении прогресса, я думаю, очень важно делать различие между хорошим прогрессом и плохим прогрессом. Я говорю о прогрессе как об изменении сути вещей. И в природе, и в человеческом обществе существует четкая тенденция к увеличению сложности в процессе изменения. Мы часто пребываем в заблуждении, что эти изменения всегда приводят к чему-то лучшему с человеческой точки зрения. Сейчас мы приближаемся к точке, в которой технологическое развитие, рост нашей экономики и сама наша численность могут угрожать существованию человека. В результате цивилизация может оказаться в критической точке, когда у вас перенаселение, города занимают сельскохозяйственные земли, высшие социальные классы катастрофически оторваны от низших. И вот начинаются голод и революция.